автор. Друзья, слабовато. Аплодируем, 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 аплодируем. Еще, 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 еще. Кончили аплодировать. Спасибо. На сцене Юлия Левашова. Спасибо. Две номинации. Автор и поэт, Люся. Ну, песня одна. Молчи, киса. Она... Поэзия с этим текстом пошла. Расплескалась заря в небе, просыпайся скорее, милый. Сквозняком колыхнув шторы, след простыл моего света. Встрепенутся твои ресницы сонным трепетным нежным утром. Я решила сыграть в прятки. Ты ищи меня по приметам. Я ставлю тебе ветер на вершинах степных стеблей. Я ставлю тебе слезы в кружевной паутине жемчуг. Я ставлю тебе сердце, что зальет твое небо алым. Я ставлю тебе голос в колокольнях церквей слушай. И покуда искать будешь, будут рядом мои приметы. На земле не сбежать от ветра, разве что улететь в космос. И роса по своей природе выпадает каждое утро. И никак не отвести взора от закатно-алого неба. Так и будем играть в прятки ежедневно и еженочно. Ты искать меня, я скрываться. Нам забавы навек хватит. Спасибо. Юлия Левашова. Город Обнинск продолжает нашу программу. Гость из Волгограда. Автор Юрий Золотовский.